Приветствую всех! В сегодняшнем видео я хочу приготовить очень полезный, доступный, вкусный салат с говяжьим языком. Перец режем соломкой. Ну и, конечно, паприка. Как же без паприки? Я обожаю паприку. Как это красиво выглядит и какой аромат! Обратите внимание, как салат получился. Очень красочно, ярко, ну и свежо. Приветствую всех! В сегодняшнем видео я хочу приготовить очень полезный, доступный, вкусный салат с говяжьим языком. Друзья, прежде чем начать готовить, хочу вас попросить подписаться на мой канал, ставьте лайк на это видео, пишите свои пожелания, а я больше буду для вас готовить. Изначально соберем салатную заготовку. Что понадобится для салата? Свежемороженый горошек у меня, из зелени кинза, из овощей перец светофор, огурцы, помидоры черри, полугорки перец и сам говяжий язык. Здесь у меня заранее уже отварной. Перекладываем в емкость свежемороженый горошек. Нашинкую кинзу, но вы можете использовать любую другую зелень. Шинкуем крупно. Помидоры черри срезаем плодоножку и делим пополам. Затем огурцы, срезаем также плодоножки, разрезаем на четверть и режем в длину тонкими слайсами. Затем желтый перец светофор. Нужно будет зачистить полностью внутрь. Перец режем соломкой. И полугорки красный перец нужно будет также порезать соломкой. Обязательно зачистите. И последняя нарезка – это говяжий язык. Нужно будет порезать тонко слайсами. Затем нарежем треугольниками. Этого количества говяжьего языка нам достаточно. Теперь я вам покажу, как нужно заправить вкусно салат. Заправляем солью. Я добавлю немного чили перца. Здесь у меня специи Дель Торо. Обожаю эти специи. Одни из самых органических, качественных и местного производства. Затем добавлю немного базилика. Салат у нас в составе очень много овощей, чтобы прям освежающий, ароматный, с пряностями салат был. Тоже Дель Торо.
Ну и, конечно, паприка. Как же без паприки? Я обожаю паприку. И заправляем соевым соусом. Не красит и не сильно соленый. Разные есть виды, но я именно беру классический. Вам тоже рекомендую именно такого качества соевый соус. Берите именно этого бренда. И масло оливковое первого холодного отжима. Перемешиваем салат, аккуратно перебирая пальцами. Как это красиво выглядит и какой аромат. Друзья, обязательно приготовьте этот салат. Вам очень понравится. Если говяжьего языка нету, можно заменить на просто говядину отварную. И такая цветовая гамма красивая. Обратите внимание, как салат получился, очень красочно, ярко, ну и свежо. Салат готовится очень легко, буквально 10 минут времени вашего займет, продукты доступны. Друзья, готовьте на здоровье, радуйте родных и близких, обязательно сохраняйте этот рецепт, делитесь с друзьями, ставьте лайк и пишите свои пожелания. Ну и, конечно, подписывайтесь на меня. До следующего выпуска, спасибо вам всем.